Привет, это новый выпуск влога «No Criminality». Сегодня мы идем на матч «Зенит-Локомотив». Это первый тур нового сезона. А мне удастся попасть на корабль к фанатам «Зенита». Я прокачусь вместе с ними, посмотрим, что будет. Чемпионат России, первый тур. Традицию вошло, что последние несколько лет в день ВМФ всегда фанаты своими коллективами, дружескими объединениями выбираются, вот делают проплыв перед футболом. А как давно ты болеешь футболом? С 90-х. Скажи свое мнение с точки зрения фаната про «Зенит». Что тебе нравится, что бы хотелось там изменить, либо ничего не надо менять? Наверное, изменить хотелось, как и всем, чтобы больше играло своих воспитанников, чтобы больше играло именно питерских ребят, воспитывали молодежь, и побеждали трофеи, и, выигрывали трофеи не любой ценой, да, а все-таки с какой-то на перспективу все равно тоже задумывались, да, и своих парней воспитывали. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело, девочка Пай, рядом Жиган и хулиган. Хулиганс! По твоему мнению, самое там лучшее событие с «Зенитом» связано? Какое у тебя? Связано с «Зенитом», не знаю. Победа в Кубке УЕФА, наверное. По крайней мере, самое значимое, которое навсегда войдет в историю. Так что болею не могу сказать, потому что команда только одна, за которую болеешь. Но поддерживаю мадридский «Реал». Что такое быть фанатом? Это иметь очень много геморроя. Но при этом много потрясающих эмоций, огромное количество друзей. И много трэша и угара. Нет кумиров, мы за стрелку болеем. Да, надо за идею. Мы не болеем за сборную России. Окружающее мнение сформировано тем, что говорит пресса, да, средства массовой информации. Да, оно ставит образ фаната, как какого-то тупоголового быдла, да, которому ничего не интересно, кроме как там выпить алкоголя, да, подраться. На самом деле все не так, да. Абсолютно разные категории людей, да, разные социальные слои, там разное образование, да. Вот у меня высшее образование, руководящая должность, мне не мешает это увлекаться футболом. Я в банке работаю. Все только своими силами за свой счет. Работать с фанатами, это трудно. Нужно вести диалоги. Нужно, помимо того, чтобы требовать, нужно идти на какие-то уступки. Нужно что-то делать для фанатов. «Зенит», так же, как и любой футбольный клуб на сегодняшний день, это полностью коммерческая структура, это бизнес. Им не интересно спонсировать других людей. Они вкладывают только туда, где они могут получить выгоду. Какую выгоду они могут получить с фанатом? Фанаты и так преданы, они в любом случае будут поддерживать свою команду. Им за это не нужны деньги. Двигают другие идеи, другие цели. Как любая структура, у нас такой коллектив более-менее в большей степени закрытый, поэтому рассказывать за личную жизнь – это дело каждого. Кто что на самом деле слушает? Все по-разному. Я вот радио слушаю. Я в машине слушаю «Юмор ФМ». Там и смешные песни, и старые прикольные. Парни, кто что. Кто-то рэп, кто-то рок. У всех свои пристрастия. Но все мы слушаем «Аргентину». «Стэнни Вейс» был настолько хорош, что даже песню в честь него написали. Песня называется «Четвертый вагон», исполнитель «Аргентина». Смотри, у Макса там поклонники! Поддержка есть! Макс, я фанатов нашел!
Thank you.